Что-то я немножко поздно включила, ну ладно, решила рассказать это. Сначала проблема была записывать видео, включать, но все-таки решила поделиться. Делаю салат, такой ни разу не делала, не знаю, может вы делали, но, в общем, мне кажется, это новый рецепт. Вот. Я отварила куриную грудку, яйца, отварила куриную грудку, порезала ее, яйца сварила, порезала. Ну вот теперь стругаю сладкий перец. Красненький и желтый. Вот, до этого уже нарезала немножко лука, совсем чуть-чуть. И огурец. Огурец порезала полосочками. Вот, все это укладываю. И потом сверху еще добавлю кукурузу. Кукурузу. Вот, все это укладываю. Вот в такую вот чашу. И это будет у меня новый салат. Так что ловите рецептик. Заправлять, я не знаю, его можно, мне кажется, классно будет его заправить соевым соусом с каким-нибудь кисло-сладким добавлением, либо сметана, майонез, там уже что по выбору, кому нравится. Майонеза у нас нет, потому что, ну, как бы здесь продается майонез, но он такой немножко уксусный, что ли, короче, он нам не нравится, и мы его вообще не покупаем. Вот, либо если покупать, ехать в магазин, но в него далеко как-то ехать, и так лень, короче, ехать типа из одной, там, из одной гречки, скажем так, и этого майонеза, ехать там 40-50 минут, так что обойдемся без него. Будем добавлять сметану, либо может, можно там оливковое масло с лимончиком, знаете, тоже можно. Вот, ну, я не знаю, я думаю, что это будет сметана, мне так кажется, и мне кажется, что это будет очень вкусненько, такое сочетание. Вот, кто пробовал, пишите, как вам, кто не пробовал, пользуйтесь. Возможно, вам понравится. Потому что мы такие любители более каких-то, ну, короче, типа оливье, либо если это просто овощной. Вот, но уже хочется чего-нибудь другого. Либо крабовый салат, знаете, как обычно. Вот, а перчики у меня такие интересные, маленькие мини-перчики, сейчас скажу. Они у нас продаются в такой упаковке. Вот, и здесь много-много таких маленьких перчиков. Классно, удобно и надолго хватает, то есть постоянно везде добавляю перец, вот, и причем я его добавляю вместе с косточками, с семечками, то есть, потому что когда в блюде будут дополнительные вот эти семечки, они прям раскрывают вкус перца еще больше, так что не всегда надо очищать, ну, тем более надо очищать перец, знаете, от белой вот этой прослойки, которая идет, а на этих перчиках, на маленьких, ее прям нет. Белой вот такой журы внутренней, ее нет, поэтому я его вообще не чищу, только отрезаю вот эти жопки. И все. Так что пользуйтесь. Всем хорошего дня. Приятного аппетита. Вот снимем последний штрих. Вот я накрошила перчик сладкий. Там у меня огурчик, курица, филе куриное и яички вареные. И сейчас мы добавим с вами кукурузы. И все. И можно перемешивать это с любым вашим пожеланием соусом. И приятного аппетита. Всем пока.